Флойд, мы видели, что ты пропускал удары больше, чем обычно ты их пропускаешь против пары левшей. И вот перед тобой левша с хорошей скоростью рук и ударной мощью. Поставьте его напротив меня, и мы посмотрим, что он может сделать. Я всегда нахожу способ выполнить работу. Я был рожден для этого. Я был рожден, чтобы быть на этом уровне. Я был рожден, чтобы справляться с этим. Я справлюсь с этим. Мне совсем без разницы, при всем уважении, бро. Я тоже был рожден для этого. Окей, они все говорят, что хотят. Я лишь скажу, 17 сентября вы увидите. Что ты думаешь, когда ты смотришь, как Флойд говорит такие речи? Ты хочешь ему что-нибудь сказать? Что-то, что еще не сказал? Расскажи мне о 17 сентября. Я заберу свой пояс. Расскажи мне свой план на бой. Расскажи мне. Я буду избивать тебя на протяжении 12 раундов. Сперва тебе нужно меня нокаутировать, так что ты тут болтаешь? Я нокаутирую тебя. Я сделаю то, что Чавес сделал. С Роджером? Да, с Роджером и Уэзером в 1995. Будет примерно так же. Что еще? Расскажи мне еще. Все, что мне нужно сказать, это одну вещь. Они ставили 41 бойца напротив меня. 41 не справился. Только не этот. Я выйду туда и уничтожу этого пацана. Я выйду и выебу Виктора Ортиза. Видел, как он напуган? Да он окаменел. Этот пацан напуган. Флойд Мейвезер сегодня прибыл в зал злым. Недовольный, как он говорит, всем вниманием, притянутым к истории тяжелого детства его соперника. Я должен кое-что сказать. Да, я должен выговориться. Они постоянно рассказывают историю этого ублюдка. Знаете, мой отец бросил меня, моя мама бросила меня. Бля, черные родители всегда бросают. Ты знаешь, все черные вырастили себя сами. Уебывай отсюда, придурок. У придурка там чувак, натирающий его. Мужик, который делает ему массаж. Я точно скажу, он хочет, чтобы ему делал массаж сильный черный мужик. Дайте мне самого сильного черного массажиста. Чё за хуйня? Я покажу вам, как мои массажисты выглядят. Они работают на нашу компанию. Охуенные. Все, что мы делаем, охуенно. Я сейчас высру это дерьмо, и оно будет охуенным. Делахоя в натуре шлюха. Виктор Ортиз тоже шлюха. Он дает мужику делать ему массаж и второму мужику заканчивать. И затем Виктор смотрит на него как на бога. Ты что, блядь, серьезно? Какого хуя происходит? Скажите мне, что происходит? Налепи ему икс на лицо для меня. Мой дедушка из Мексики. Почему Виктор Ортиз должен меня волновать? Мне на него насрать. Виктор Ортиз для меня никто. Я бы не отличил его от мешка белого риса. Он вообще никто. Мне совершенно плевать на него. Виктору Ортизу 24. Я достаточно старый, чтобы стать его отцом, так что я усыновлю его. Я побью его и брошу в темницу. Голым. До боя осталось 2 недели. А подход к нему уже на стадии войны. Что-то не так в мире бокса. Мой отец завидует моим отношениям с Роджером. Мой отец всегда завидовал, потому что он был никаким бойцом. Делахоя сидел на наркоте. Употреблял кокаин. Ублюдок Ортиз. Выглядит как модель Виктория Секрет. Какого хуя происходит? Вы знаете, я не волнуюсь. Я не беспокоюсь ни о чем. Ему нужно беспокоиться, не мне. Стиль палача. Его глаза даже не должны смотреть на наш зал. Даже не смотри на меня, когда я в зале. Хочет украсть мои движения, украсть мой свэг. Артист должен понять, что я раздаю пиздюли, я их не получаю. Поэтому я доминирую в этом спорте с тех пор, как ему было 9 лет. С тех пор, как он был ребенком в школе, я доминирую в этом спорте. С кем мы деремся? С Виктором Ортизом? Ты смотришь, не так ли? Ну тогда окей. True to form,
Mayweather augments the bombast. Я не кусаю свой язык, я не целую зад, я говорю правду. Это президент Golden Boy Promotions. Он сказал, что он смотрит на него как на Бога. Это отработанный материал, я уже надрал ему зад. Он больше не имеет отношения к делу. Он больше не имеет отношения к делу. Taunting the opponent was optional. Скажите его тренеру, чтобы не мерил мои перчатки, он не дерется, пускай боец их одевают. Для человека, который отправил его в школу в ринге, это стало лишь победой номер 42. Еще одно добавление к безупречному счету, такому же, как его величайшее наследие. Бой Мэйвезер-Ортиз свелся к простой установке, которую бойцам дали в начале вечера. Защищай себя все время. И в итоге, только один из них ей последовал. Подготовлено при поддержке магазинов ОММА «Все для единоборств».